Ну вот мы нашли, посмотрите, грибок. Но его называют молодильным, а его правильное название мы посмотрим. Видите, как он выглядит? Вот такой он. Похож на сморчок, да? На сморчок похож. Как бы. Вот такой он. Молодильный гриб. На строчок, на сморчок. Шляпка полностью похожа. Давайте приблизим. Как мед налитый. Черемша рядом. Ну, в принципе, следует посмотреть еще рядом. Вот такая вот тайга. Солнышко. И грибок.